Всем привет! Меня зовут Настя, и мы с тобой сегодня разучим хореографию BTS On. Итак, не забывай подписываться на канал, и погнали! Итак, мы разучиваем хореографию. С первого припева мы встаем, ручки у нас правая сверху, левая снизу, и мы вот как, не знаю, в школе, такие ручки параллельно полу. Там ребята некоторые меняются, мы будем пока что эту партию учить за тех, кто изначально стоит. То есть они стоят, у них голова опущена. После этого они прыгают. Сначала ноги. Мы отсюда распрыгиваемся вот в такую позицию. То есть нам надо прям так вот прыгнуть. Ручки. Ручки у нас должны быть очень-очень такие вот прям широкие. То есть прям вообще вот так. Вот так. И вот так. Очень быстро это будет достаточно смазано, но хотя бы надо постараться вот эту руку закинуть вот туда наверх, а эту вниз повести. И вот так вот сделать. И ручка летит одна сюда. Получается отсюда 7. 8, раз, и вот здесь вот мы переваливаемся немножечко на левую ногу, мы переваливаемся, потом ручка летит сюда, и мы как бы за ней головой, как будто мы что-то тоже там хотим услышать, и отсюда тоже переваливаемся как бы с ноги, но это очень чуть-чуть, не поднимая прям совсем ногу, то есть пам-пам. Итак, сначала 7, 7, 8, раз, 2, и дальше мы идем немножечко по кругу. А, вообще, чутгук очень-очень прям заносится, но так не делают прям все, они делают больше прям, ну, поменьше, короче, круг они делают, а чунгук, он прям вообще вот так вот делает. Если вам позволяет ваша спина и позволяет, в принципе, скорость, то делайте так, будет круто. Если нет, то можно чуть поменьше сделать амплитуду. Пам, разворачиваемся, и вот тут мы как будто в руки падаем, такие бумс, и встаем. Еще разочек отсюда, 7, 8, та-да, пам-пам. Дальше. Мы переваливаем, ну, перепрыгиваем, точнее, на ногу. Они больше вот эту сторону ноги показывают, то есть пам-пам. И ручки. У них, у всех немножко по-разному движение идет руками. То есть получается, как бы кто-то вот так делает, кто-то вот так как будто делает. Опять же, найдите что-то такое среднее. Главное, чтобы это смотрелось объемно, не делайте вот около себя вот так. Получается, переваливаемся, переваливаемся. Потом, когда мы переваливаемся на левую ногу опять, у нас ручка правая вот здесь, левая, она как бы вот так вот смахнула что-то. И у нас получается пам, пам, ца-ца. И дальше мы идем, получается, пам, опускаемся, ручку держим где ребра примерно, пам, потом мы поднимаем голову. Вот. И у нас получается нога пам. Получается раз, два, потом пам, и ручка идет сюда, и мы, получается, вот на уровне ребер примерно держим, пам, и поднимаем голову. У нас получается с ногами, если, то пам, пам-пам, вот. А ногу мы можем прям быстрее ставить, это типа, вот прям очень быстро может быть. Итак, попробуем еще раз эту штуку, 7, 8, пам-пам, ца-ца, ца-ца. Дальше рука прямая. Проворачивается, лучше держать кулачок, она проворачивается, пам, и получается еще один круг делает. Мы стоим полуоборотом, и после этого, пам-пам, когда подняли голову, у нас получается раз, два, и после этого у нас ручка левая, она летит как бы к правой ноге, правую ногу мы прям вот заносим, и попробуем совместить с этим, 7, 8, раз, два, три, и вот здесь как бы небольшая перепрыжка, кто-то прям там пинает, кто-то просто перепрыгивает, как вот вам удобно, так можете сделать. Отсюда ножка, встали. Еще разочек с этого, 7, 8, раз, два, ца-ца, ца-ца, раз, два, три, и вот здесь вот мы прям должны упасть. А ноги не сгибайте, это не на картаны, это вот именно руками мы как бы хотим коснуться пола, и мы прям опускаемся. Прям очень резко, очень быстро. Итак, попробуем вот с этого 7, 8. Пам, пам, пам. Мы ручки держим сначала вот так. У нас получается пам, бам, пам. Потом переворачиваем. И когда мы переворачиваем руки отсюда, мы, получается, корпусом прям вот немножко бьем. Но это совсем чуть-чуть. То есть это не такой прям мощный разворот. Это больше такой удар. У нас получается отсюда. Раз и два. Бум, то есть вот в ту сторону бьем. Потом, у них расходки, и можно просто там примерно походить.
И мы вот эту ручку мы тут так примерно и держим, и бьем кулачком раз, два, три, потом вбрасываем. И когда мы распрыгиваемся, у нас руки идут вот так по кругу, то есть ладони, они примерно выше даже головы. То есть мы делаем раз, два, три, пам, тыщ, и мы немножечко, как бы вот совсем чуть-чуть вот так приседаем. Получается пам, потом повернули ладони, обратно повернули, да, сделали два раза теперь. И когда мы делаем, вот здесь вот бит, то есть пам, бит. Дальше, по рукам. Мы идем сначала в ту диагональ, показываем сюда, потом в диагональ, которая внизу, пам сюда, потом просто параллельно полу. И идем теперь вот сюда. У нас получается по рукам 7, 8, раз, и 2, и 3, и. А у нас получается ножки идут вниз, ну, то есть на носочках крутимся, ручки наверх, ноги вниз, мы чуть приседаем. Вниз и наверх и в сторону. И вот здесь вот, когда мы руки уводим сюда, мы, получается, перепрыгиваем немножко на левую ногу. И дальше мы шагаем. И кулачки прям сжимаем. То есть мы поставили ручки, сжали кулачки. Поставили ножку. Вот когда мы ставим, у нас кулаки. Так, попробуем вот эту штуку сделать. 7, 8. Раз. И наверх. И посерединке. Пам. Кулачки. И пам. Разворот. Разворот. Дальше у нас ручки пойдут вперед немножечко, пам, и к себе. Это будет резко, когда мы выпрямляем руки, у нас голова вниз, потом поднимается. У нас получается пам-пам. И дальше мы отставляем ножку назад. Получается, отодвигаемся, как будто... Здесь можно расслабленные кулаки делать. Получается, как бы отодвигаемся, потом пододвигаемся. Ручку левую вот здесь вот оставляем. Дальше мы поворачиваемся. Поворачиваемся мы как бы частями, то есть рукой прям себе помогаем. Сначала голова, потом как бы корпус. И дальше мы целиком развернулись. И еще раз, давайте прямо вот отсюда. 7, 8. Пам. И наверх. И пам, пам. Раз, два. Разворот, разворот. Ца-ца. Отъехали назад, чуть-чуть вперед. Раз, два. И вот здесь вот смотрите, мы когда разворачиваемся, то есть оставшуюся часть тела, мы как бы уже садимся вниз, сгибаем правое колено, уходим. И вот так делает конкретно Чимин, он прям вот так вот садится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и в комментарии обязательно пишите хореографии, которые хотели бы разучить вместе с нами. Всем пока!